Они сердце и душу отдают людям. Так говорят работники системы социальной защиты населения. И действительно, кто же, как не они, придут на помощь в самых непростых жизненных ситуациях. И неважно, о детях или стариках идет речь. В Ивановской государственной филармонии в преддверии профессионального праздника наградили лучших работников сферы. Деятельность каждого из вас связана с большой ответственностью, требует наличия одновременно таких простых, но в то же время важных для людей качеств, как неравнодушие и доброта. Клиентами социальной службы у нас является сегодня почти каждый третий житель региона. Более 300 тысяч человек получают различные меры социальной поддержки, а более 20 тысяч граждан одномоментно пользуются услугами социального обслуживания. Татьяна Марычева, директор детского дома «Звездный», считает, что важно не только заменить семью сиротам, нужно задать правильное направление в жизни, чтобы судьба подопечных сложилась как можно лучше, а помогают в этом неравнодушные коллеги. Как любой коллектив, наш коллектив тоже очень дружный, слаженный. Работаем мы по достижению тех целей, которые мы поставили. Все пришли по зову души и сердца, поэтому работаем очень отверженно. Сейчас в учреждениях социальной защиты населения трудится более 5000 человек. Нередко эти люди остаются последней надеждой для больных и одиноких. Эти надежды они оправдывают. Ведь социальный работник – это не просто профессия, а призвание – помогать людям. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.